Так я звонил ей весь день, ее не было. Она не брала трубку, она только пришла. Понимаешь? Так завтра я к ней пойду и отнесу. И с помидорами приду к ней. Чё ты гонишь? Чё? Нормально. Мы договорились, что если мне, когда мне завтра позвонит тот директор по поводу дворников, чтобы документы все принести, оформляться. А, ну ладно, ты, наверное, не хочешь слушать. Ну, ты, наверное, тебе, наверное, неинтересно. Не хочется слушать. Она сказала, бабушка, что если... Ну, я ей сказал, что мне завтра должен позвонить этот директор дворника. И она сказала, что я в саду буду, и я ему скажу, что я сейчас у бабушки в саду, я можно через час подъеду оформлять документы все. Собрать какие-то, что-то собрать, урожай и много дофига отвезти. На автобусе, я не знаю. Лучше бы Сергей помог, потому что... А он что, не хочет? Я не знаю, у Сергея какие планы на завтра. После, она сама беспокоилась о том, что мне операцию на носу сделали, у меня нельзя тяжести, там, такое. А сама вдруг говорит, ну, у меня это, ну, болит, когда я смотаюсь и чихаю. Я скажу завтра не собираться Сергею, отнесу помидоры, могу.
Сколько даст? Сказала. Ну не 10 раз скажу. Поменьше. Пункта 5. Хорошо. Это здорово. Сергей, бабушка. Она сказала еще сказать ему причину, чтобы никто не говорил, что она это продажа. А какую причину тогда? Она сказала, скажи, что у нее, она думала, у нее полная, а у нее оказалось, у нее память нет, а у нее оказалась пустая. Помидор. Ну, я сказал, я не думаю. Она когда собирается продавать? Она говорит, если завтра хорошая погода будет, то как раз. Саша, ты что выбрал? Ты даже новое выбрал? Да. Эти карты. Саша, вот эту бумагу, да? Да. А что, куда будет? Не надо. Я себе не знаю, они зачем мы так падали в доме. Ну, все равно все равно. Ну, ладно, буду убирать, вот так как-то обрезать. Зачем? Я думала, он потом убирает. Надо найти просто, где она соединяется. Хорошо, понял, в следующий раз буду убирать. Нормально же помыл посуду там. Нормально. Не нет, значит,
В этом. На балконе, да? Ну смотри,